Всем привет, друзья, с вами Влад Стеймус. Если вам понравилась данная реакция, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Еще обязательно подписывайтесь на Twitch, там мы смотрим аниме, различные шоу, фильмы и так далее. Чтобы не потеряться, подпишитесь на Telegram, там анонсики и много чего интересного. Увидимся с вами в ближайшее время. Приятного вам просмотра. Поехали. Друзья, вышел свеженький батлец на площадке. ЧСВ батл. Dirty Monk против Брола. Акапелла плюс BPM. 24 минуты. Поехали. Всем привет! С вами Татьяна Коломойская, и это ЧСВ Баттл, площадка, где андерграунд сталкивается с мейнстримом. Сделайте максимум шума в этом зале! Сегодня у нас противостояние двух настоящих столпов, двух легенд рэпа. Поприветствуем наших участников! Сегодняшняя встреча пройдет в формате акапелла плюс BPM. А, кстати, за биты у нас отвечает диджей Петлюра. Дайте ему максимум шума! А теперь к участникам. Участник справа от меня, назови себя, пожалуйста. Dirty Monk, гангстер. Дайте шума! Хорош. Участник слева от меня, назови себя. Westside Макшани Кру Гэнг, с вами Броу. По итогам предварительных договоренностей начинает Dirty Monk. Дайте шума ему! Слушайте, ну я думаю, будет максимум панчлайнов, минимум воды, да? Поехали, без лишних слов. Dirty Monk снова на микрофоне, Monk сияет, Брол на фоне. Monk тот монах, которого знаю даже на анафоне. Мой рэп искусство, твой какофония. Твой рэп село, мой Дюссельдорф. В рэпе я Голиаф, а ты дворф. В текстах ты не Леон Фейхтвангер, а лох. Даже если имя твое Броуд, то батл со мной не та река, которой тебе перейти в Броуд. Ты в рэпе уже с нулевых, но по-прежнему тебе нет скилла. В твой рэп это труд Сизифа. Мой рэп и мои скиллы далеки от тебя, как Москва до Тенерифе. Твои фанатки колют себе вены. Мои фанатки катают меня на Порше Каене. Мой рэп бесценен, мой трек бестселлер, твой рэп бесцели, концерты бесценные, билеты бесцен, твои слушатели стены, у меня на столе буя бес, ты ешь сено, ты в рэпе бес, не талант, бездарь. That's what's up, респект фанам. Я и рэп любим друг друга, как Дафнис и Хлоя. Ты рэп, как синагога для Гоя. В школе ты учился плохо, у тебя был пустой пенал. На раздевалке в физре твой портфель я пенал. Пенал, класс. Ты хотел войти в анал и рэп истории, но вошел в анал. Не мой. Dirty Monk Gangsta, Brawl это гейстар, Dirty Monk рулит, Brawl панчи гугли, скоро шашлыки фанаты, приносите угли. Керамбиту нравится, Керамбит шарит за батл рэп, поэтому тут бесспорно. Когда ко мне с небес приходил Тупак, ты ходил к урологу лечить трепак, всем фанатам респект, that's what's up, peace. Ты думаешь, что ты крут? И ты думаешь, что ты Наполеон. Но батл со мной — это как Лейпциг для тебя. Мои мысли — монады Лейбница. Твои мысли — предсмертные хрипы Геббельса. Слушайте, друзья, ну давайте по чесноку. Это был, по-моему, лучший раунд от Dirty Monk. Панчлайны, рифмы. Стилек, вы слышали, да, вот какой-то, даже получается, даже без бита капелл он выдает очень мощно, очень мощно. Я, честно говоря, в шоке, я не ожидал, и вы видели, да, вы посмотрели по-любому уже этот батл, вы видели, как его стильно нарезали. Ой, рэп!
и мои скиллы далеки от тебя, как Москва до Тенерифе. Твои фанатки колют себе вены, мои фанатки катают меня на Порше Каене. Потрясающе, потрясающе. Слушайте, ну я, честно говоря, не знаю, как Брол сможет перекрыть этот крутой раунд от Монка. Как по мне, это тупо топ. Не знаю. Сложно будет. Я, честно говоря, не ожидал. Давайте посмотрим первый раунд Брола. Тайм-кодиков не хватает, пацаны. Не хватает там кодиков. Панстер! Панчи гуна, пис! Ты думаешь, что ты крут? Отвечает ему первым раундом. Брол, дайте максимум шума! Дайте шума Бролу. Братан, ты сказал, что я Наполеон. Ну, учитывая, что я из России, я думаю, что я Кутузов, понимаешь? Павел Дуров! Настоящий! А чё нарезали-то? Учитывая, что я из России, я думаю, что я Кутузов, понимаешь? Павел Дуров! Настоящий гангстер! Кто смеется, на Грефа ему зашлите. Павел Дуров, настоящий гангстер. Он сейчас в тюрьме. Держись, братух, но не забывай, что символ Франции – петух. Палочка. Ты не петух, брат? Нет. Внимание, это что, понеслась? Камон! По печени, блядь! Стали как Люкан. Руку взяли. Перелом. Брол учился драться по роликам самообороны Доти Монка на Ютубе. Доти Монк. А потом на нашем деле получил пизды. Надо мной смеялись громко люди. Учитель! Я миллион раз повторил твое комбо, но в бою все равно выпал. Как этим ударом достать до печени, пидор? Видели, как он облизнулся кайфово? Вообще, прям облизнулся, смотрите, как после... как сказал пидор, облизнулся. Достать до печени, пидор! Вот, смотрите. Вот. Твое ебало висит, как вымя. Брол для Монка, как император Нерон для христиан в Древнем Риме. Мы в тебе понаделаем дыр, а потом продадим, как Герман Стерлингов сыр. У тебя узкая уретра, но широкий анал. Последний раз, когда Витю видели с бандой из гетто, когда он от гэнг-бэнга стонал. Те бандиты печально признали, что ты грязный. А монах, потому что приходят бабы только во снах. Первый рэпер, победивший анонизм методом половой дисфункции члена. Вестерман дал обед безбрачия, а ты с рождения евнух. Первый гангстер, что ищет работу. Руками он не хочет, говорит, буду работать головой. Тогда соси хуй, пидор. На стримах собираешь на бухло, но не смог купить даже литр. Для русского рэпа ты как для гея клитор. Как для Кощея, Скитлз, Кощей, он потому бессмертный, что следит за питанием, не ест сахар. Я тебя трахал, но ты обсирался, как в каждом фильме Каха. Для Брола этот батл, как для Чингиз Айтматова, его книга Плаха. Ты соприкоснулся с вулканом-жерлом. Я лавой метафор извергаю шедевры. Ты не первый, кто упал, но слишком слаб, чтобы подняться. Доти Монк нестоячий. Все его бабы снимаются в порно. Для них это единственный шанс хоть с кем-то поебаться. Тёлка после съемки приходит домой. Муа! Как дела, дорогой? Читать с тобой в один микрофон все равно, что целоваться с хуйней. Твоя сука была худой, пока трахалась с толпой. Она уважала каждый член участников групповухи. А теперь Доти Монк, ее мэн. Можно быть страшненькой, жирным брюхом. На вопрос, вилкой в глаз или в жопу раз, монах отвечает, ебите мою бабу. Можно сразу человек... А ты хоть раз трахал чужую женщину? Кричишь так, не ори тогда, брат.
Ебите мою бабу. Можно сразу человек 10. На бабки спорить не буду. Но гангстеры Москвы говорят, что в принципе влезет. Йоу, йоу, yeah. I represent Westside Макшани Crew Gang. Русский платок на левом плече. Если то Тимон гангстер, то тогда брол дева в плаще. Царевна лягушка во французском борще. Оу, щет! Твои гангстеры, кучка школьников, ебланов. Yeah. Yeah. Мои псы на худе топчут синие банданы. 1 июня, в День защиты детей, твои бандиты отмечают шампанским, детским. В 9 вечера мамы зовут их домой, и ты остаешься один в своем уебанском гетто, где гоняешь голубей из горок детей, а вечером на стриме скулишь, мол, нет работы, и за донат в 666 рублей у всех на глазах. Ах, этот гангстер прячется в шкаф. За 500 он делает тверк. Это зрелище для сильных духом. Выглядит, словно умирающий голубь пытается имитировать движение из порнухи. Вся пятихатка, ёпту. Я донатил. Виктор Слом. Это надо отрезать. Это надо. Потрясающе. Нанов. Виктор Слом Нанов. Даже фамилия намекает, что внутри что-то поломано. Ты бракованный МС, как дилда с занозами. А? Пенчлайн. Ты бракованный МС, инвалид, таких как ты, хохлы под угрозами, хватает на районе и отправляет на убой. Это в России ты человек, гражданин, на Ухане ты бы стал дополнительной для леопарда броней. О, щет, прикинь, ты в бою, сзади леопард в дыму, твой командир Блендед призывает сатану. Они думали, дьявол поможет победить Русь к лету 24-го года. Но прилетела русская ракета и похоронила уродов. Мои кенты не могут выйти погулять. Они на контракте. Ебанашка! Твоим мамы запрещают. Не справились? По алгебре с домашкой. Витя шарит в математике. Тригонометрия раздел. Мамы пускают с ним деток. Он поможет решить задачку или пример. Витя, 2 плюс 2 умножить на 2, сколько будет? Ну ты что, от страха разум потерял? Сколько, Вить? Неправильно! 0! Я отниму все твои бабки, моль! И ты сдохнешь, не в силах купить еды от голода! Почувствуешься типичной русской звездой, которая скулит, как на Западе жить дорого! Я гангстер в натуре, друзья в прокуратуре, отмажут от всего, что я натворю по дуре! Я настолько гангстер, что мой член в твоей жопе по словарю Даля классифицирует как кол. Ты хотел поразвлечься, мразь, вот это прикол. Брол устроил казнь. Я настолько гангстер, что цвет моего кошелька зеленее, чем вупсень и пупсень. BPM начался, отлично. Вупсень и пупсень, а ты скулишь на стриме, мол, нету бабок, не во что обуться. Взгляд куцый, ну вот, опять доната мало. Монг, куда потратишь бабки? Пойду куплю, чё похавать. Ты как Шим и каста-группа опидоревших МС. У вас много общего, вам, пидорам, не место на Руси. Не забывай свои корни, помни, тьфу, блядь. Не забывай свою бандану, тебе еблану долго носить эту половую тряпку. Я и мои гангстеры тянут бандитскую лямку. Мусора, ты хуй вареный. Смотрят на брона, словно я Джанго освобожденный. Беги! Беги! Я хочу трахаться! В этом деле, бро! Блядь! А что произошло после слова «трахаться»? А что произошло? Почему нарезали? Видимо, мы что-то не знаем. Беги! Друзья, кто смотрит это... Запись. Кто смотрит мою реакцию, напишите, друзья. Вот сейчас был... Нарезочка была. Сейчас обрезали кусочек. Может, там что-то было? Беги! Кто был на ивенте, напишите.
Я хочу трахаться. В этом деле Броул сродни стахановцам. Я что-то среднее между Феросом Манусом и Таносом. Могу уничтожить планету. Ты что-то среднее между украинской дупой, аршлох, и русским анусом. Твой рэп предназначен для туалетов. Я из гетто. Мои соседи — криминальные авторитеты. Я сочиняю свои куплеты под аккомпанемент ударов кастета. Ты добровольно изучил язык, где преобладают имена Педро, Хуан испанский. С тобой что-то не так, братан, твое место кук... Педро Хуан испанский. Какой же ты Педро Хуан испанский. Педро Хуан испанский. С тобой что-то не так, братан, твое место кукан. У тебя проблема с прической. Пес! Потому что с детства хронический педикулез. Это не мысли ползают по волосам, нашептывая текст в уши. Это вши, поэтому твой рэп невозможно слушать. Ты родился за дротом. Дрот — это проволока в концлагере для детей Индиго. Мамы показывают тебя в качестве иллюстрации. Что будет, если играть слишком много игр? Знаешь что? Иди нахуй! Просто нахуй! Строго нахуй! Не в пизду! Я не буду тебя трахать, потому что не люблю. Йоу! Я представляю лейбл «Перелом». Мы сняли документальный фильм про настоящих гангстеров. Хип-хоп — шестой элемент. Духовность! Смотрите на всех площадках, на моих стримах. Если хочешь стать реальным, присоединяйся, пидор, блядь. Концовочка. Как на моих стримах, если хочешь стать реальным, присоединяйся, пидор, блядь. Если хочешь стать реальным, присоединяйся, пидор. И причем там еще вырезали. Это... Слушайте, друзья, ну как минимум поднимает настроение. Если вы будете в одно лицо это смотреть, я думаю, вам не зайдет. А с реакцией смешнее. Ну, мне, честно говоря, это забавит. Давайте, друзья, первый раунд за Броулом объясню. Факты, панчлайны про Педро Хуини испанский. Самый лучший панч, я считаю, за раунд. Вот. И концовка первого раунда. Присоединяйся нам, пидор. Вот так вот. Потрясающая концовочка. Вот. Только за эти два панчлайна, я думаю, можно отдать голос Броулу. Вот. Бля, 10 минут почти раунд шел. Охренеть вообще можно. Ну тут даже если не панчлайнами. Ой, да ладно. Все, в пизду, короче. Я не мог. Потрясающий батл. Потрясающий батл. Давайте второй раунд дёрти посмотрим. Я не знаю, ещё BPM, походу, будет, да? Или чё? Хуй просышь. Давайте. Был акапельный раунд от Броула, как вам? Потрясающе. А теперь настало время BPM. Опа! И первым будет читать Дёти Монг. Петлюра, заводи бит! Заводи, брат. Давай. О, какой бит. Кайф. Кайфовый бит. Майк чек. Dirty Monk, здесь я зачитаю свой рэп. Поднимаю свой кэш и поднимаюсь наверх. Убираю тебя, как прошлогоднюю ешь. Ты хотел быть рыбаком, но ловишь только лещей. Пока я тебе шлю нахуй всякие альтушки, я делаю стальтушки прямо на твоей тушке. Охраняет рэп, как Курдистан в пешмерге. Твой рэп — бред, который слушает пелюска везде. Пока Броул бегал на районе, собирая мелочь на роллы, Dirty Monk его закатает саван, будто савана ролла. Давай, брат. Давай, брат. Йоу. Броул хотел снять порно, но ему отказал гнойный. Dirty Monk на троне. Читаю рэп по славу Сварога. Dirty Monk здесь читает свой тесто щет. Оратор круче Демосфена. Нет, Броул, думаешь круче меня? Слезай с фена. Dirty Monk, рэп кипит прямо в вена. Dirty Monk родился в водах и покрена. Твой фрегат давно уже накрылся креном. Dirty Monk.
котел. Во мне бескрайний солярис, как у Станислава Лема. Тебе не купить солярис даже за всю рэп-карьеру. Йоу. Окей, хорош. Dirty Monk здесь читает свой рэп, подымаясь прямо с текстами наверх. That's what's up, все фанатам респект. Тебе ступак подарил Кадиллак. Бро выходил на поп-ММА-арену, но вернулся евнухом для моего гарема. That's what's up, Dirty Monk прямо здесь на битах. Слушайте, друзья, давайте только по чесноку. Вот его голосом, если бы он под этот бит зачитал нормально, с хорошим текстом, ну хотя бы похуй будет, пусть будет нормальный текст, там взять текст, допустим, Гоукилла без панчлайнов, да, и голосом Dirty Monk зачитать на этот бит было бы нормально вообще. Вообще бы было бы нормис. Его звучало бы, как, я не знаю, какой-нибудь Бабангида. Ну, Бабангида там панчи, конечно, были. Но все равно было бы прикольно. А тут, конечно, мое почтение. Я вот интересно, а ему заплатили за этот баттл или нет? Потому что, ну, он очевидно фристайлил. Блять, короче, не знаю, как можно так еще хуево фристайлить. Короче, погнали второй раунд. Слушайте, ну, тут я могу выделить бит. И вот этого мужичка, который стоял, такой большой, здоровый, крепкий мужичара, вот классный чел, сразу видно, шарит в батл-рэпе. Друзья, напишите, как вам вообще первые раунды, да? Я чуть не спросил у вас, кто, по вашему мнению, забрал первый раунд? Dirty Monk или Brawl? Сейчас вот второй послушали Dirty, не знаю, мне кажется, первый у него получше был. Поехали, послушаем второй раунд от Бролчикса. Тут что, еще будет судейство, что ли? Тут еще... Тут еще... Значит... Так, давайте-ка разберемся. Значит, батл Чейни и Керамбита мы не судили, а батл Dirty Monk и Брола мы отсудим. Это как вообще? Ну вот это вот странно. Мне кажется, лучше бы этот батл не судили. Блять, какой пиздец. Охуенный батл на самом деле. Настроение поднимает, просто пиздец. Поехали смотреть BPM раунд от Брола. Пока хорошо. Воу-воу-воу, это был раунд под биты от Dirty Monk. Как вам? Отвечает ему Брол. Давай, брат. Петлюра, заводи бит. Давай. Вестсайд Макшани Кругэнг в здании. Бля, что-то как-то... Синей банданой мы вытерли пол. В зале Макшани ты вытерпел все. Банда твоя за район с голубями. Билось и пару бойцов потеряли. На проводах висит пара кроссовок. В наших сердцах голубями заклеван. Принял за брата смерть от пернатых. Клювом простату и нету солдата. Пушка твоя из пластмассы. Банда твоя из лохов. Я тебя выстегну сразу, как только хлопнешь курок. Пам-пам-пам, пам-пам-пам. Меня не берут твои пули. Гули-г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 ули. Dirty Monk, вы набрете все гандон. Голуби по-прежнему держат район. Они читают, ты обтекаешь чисто в фекалиях, парень. Закрой свой рот, ебучий уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, ебучий уёбок, сын ты. Синей банданой мы вытерли пол, а потом ей протирал ты лицо. Закрыл свой рот, ебучий уёбок, сын ты сучий. Закрыл ты рот, ебучий уёбок, сын ты сучий. Закрой свой рот, а я его наоборот. Да, я игрок, каждый мой ход что-то меняет и кто-то умрет. А ты урод на свин-пати, и тебя прут, прикинь, сзади. Я воровал, я убегал, да я продал так много сыра, что твоя жирная, блядь, сожрать его не сможет за век своей жизни. Нет, это в порядке, если речь о маскараде. Детям аниматора, а гангстера зарядим. Они тебя биты поломают за район, а потом не кидать тело спят и бетон. Dirty Monk слез хукана. Все вы врете, я звезда. Ты нищий, ты пища, я вытащил тысячи таких нора. Лохов на кладбище, нищий.
ветер рвет от рэпа, плачут даже дети гетто. Ты дрищешь на куплетах, а меня ищут за куплеты. Ты мем из интернета, голуби бандана. Мой братик был из банды, чиферил в кулаке с главным. Другой мой братик странный, он порой сидит на камне. И может жало в речке убить выводок пираний. Это мои братишки, вместе мы в сайт Макшане. А ты стреляешь сишки и балуешься хуями. Закрой свой рот, ебучий, уебок, сын ты сучий. Закрой свой рот, ебучий, уебок, сын ты сучий. Закрой свой рот, ебучий, уебок, сын ты сучий. Закрой свой рот, а, я его наоборот. Синей банданой мы вытерли пол, а потом ей протирался лицо. Пидорас, Вестсайд, Макшане, Круг Энд. Это мой город, это моя банда. Друзья, ну это, по-моему, не контрится вообще. Второй раунд максимально разъебал. Тут говорить бессмысленно, что про сын ты сучий, хук. Напишите, друзья, в комментариях, понравился ли вам вообще баттл или нет. Как по мне, это один из лучших баттлов за последний, ну, наверное, год точно. Очевидно. Мне кажется, здесь вот Брол прям очень круто зачитал под дрил, особенно хук меня вообще подразъебал. Это был Бипи! Это еще и судейство идет. Давайте ускорим. Ну, тут за Брола, очевидно, друзья. Я думаю, вы... Хотя, в принципе, первый раунд Dirty Monk был достаточно неплох. Вот. Мне кажется, ему лучше в акапелле батлить. Как вам вообще? Напишите, друзья, в комментах. Если вы были на ивенте, отпишите, как вам вообще в целом батл. Кто сколько запинался, кто где забывал текст. И почему Брол после того, после слова пидор все время облизывался. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, как вам вообще батлец. И в целом вообще просто напишите. Ой, по-моему, весело. Раунд от Брола, как вам? Потрясающе. Ну, несмотря на то, что это совершенно легендарный батл, его все равно придется отсудить. И первым я хочу попросить голос ветерана судейского движения России Виктора Коломойского. Не-е-е, Коломойский, кстати, легенда, пиздец. Я вот у него покупал подписки на подписку на Xbox. Вообще с кайфом. И игры какие-то покупал. Кайфовый чел вообще, пообщались с ним немного. Я ему респектнул за судейство на РПЛ. Хороший челик. Хороший, добрый, позитивный. Меня голос, отдай хоть раз, попрошу. Всем привет. В общем, я так скажу, мне кажется, что это реально была вот прям перестрелка банду на банду. Да, вот. Да. И начинает, короче, Dirty Monk вот со своей бандой. Типа они начинают со своих стволов вот так шмалять, и типа вот заканчивается выступление Dirty Monk, а Брол такой, типа, хуяк, а у меня бронежилет, типа, и все, типа, получается, что. Да, вот, да, типа, и Брол, да. Короче, у банды влетает чисто с гранатометами, типа, начинает прям шмалять, ебашить. Вот. И типа получилось так, что вот все банды, короче, вот, ну, полегли, остались, получается, только Брол, Dirty Monk. Вот. И в этой перестрелке, мне кажется, что все-таки это вот, ну, более сильнее был все-таки Брол. Брол! Счет 1-0 за Брола. Следующим я хочу позвать доктора батл-рэперских наук, наш любимый хип-хоп одинокой старухи. Здравствуйте, всем привет. Москва или где мы там? Очки пиздаты. Было охуенно, это легендарно, пацаны. Dirty Monk вообще на своем стиле такой на расслабоне чисто, блядь. Твои фанатки, как там было? Что там, твои фанатки ебанатки, мои фанатки меня катают на Порше, блядь. Я вообще. Вот это охуенно было. Короче, было круто, первый раунд Монк считает, типа, я такой стою, блядь, пиздатенько, окей, макей, ждем. Лайкстайм, друзья. И начинает Брол, ты вообще приехал убивать, короче, блядь. У него все, реально, везде оружие, нахуй. Типа, панчи орет, стоит что-то, блядь, стучит, нахуй, пиздец. У меня там пол трясся, я подпрыгивал. Я такой, ладно, блядь, потом начинается первый раунд, второй раунд подбитый Монком. Монк, опять же, блядь, знаете, как Гукила под седативами, типа. Он вообще поебать. Он знает, что все вокруг мертвы, ему похуй, он по выжженной земле гуляет. И потом, блядь, вот этот человек, создавший выжженную землю, блядь, начинает. Ну, нихуя себе, дрил от Брола. Вот это, блядь, легендарный мужик, реально респект. Ну, это хорошо. Сложно, но, на мой взгляд, сегодня победил напор. То есть ты хоть и сделал пиздата в своем стиле, но Брол реально приехал просто уничтожать, нахуй, как будто. Да, то есть энергия, да. Чувствовалась, пиздец. Мой голос забрал, ничего не могу поделать. Вот всем спасибо. Пусть Керамбо... Интересно. Да, блин, давайте Керамбу. Керамбу. 2-0 за Брола. Следующим я хочу позвать нашего друга и двукратного чемпиона площадки, которую нельзя называть, Саша Керамбит. Керамба сейчас раскидает.
Давай, брат. Я вообще недостоин, конечно, такие батлы судить. Я в какой-то момент, короче, когда читал Dirty Monk, я подумал, что это, ну, из MC в праймовой форме, когда 5 пачек ушку съел. Да, было такое, было ощущение. Я не знаю, почему я не сказал. Было такое ощущение. Было, я не знаю, почему. Ну, вот как-то, знаете, монотонность фристайла, раннего фристайла, но из MC вот было такое, да? На BPM, что-то такое, Санчес пробил. Типа вот такое. Ну, то есть это мощный чувак, он очень мощно фристайлит. Вот. А насчет Брола я хотел сказать, что все истинные патриоты нашего отечества, я считаю, должны подписать петицию, чтобы его поставили выступить в ООН. Прямо на Генассамблее, короче. Чтобы он отстоял все наши права. Я клянусь, я сам первый подпишу это. Вот. Поэтому по совокупности вот таких вот моментов, ну, конечно, Брол. Конечно. Как настоящий патриот, я за Брола. Молодец. Так, а сейчас следующим судью я хочу позвать главного организатора ЧСВ батла, Михаила Федорова. Михаил Федоров? Михаил Федоров. Михаил Федоров, я помню, донатил на стриме ЗБ. Вот все, что про него я знаю, это 100%. Это прям железно. Наверное, поддерживает еще. Блин, ну классно на самом деле. Вот площадка ЧСВ, у них хоть по звуку не топовая сейчас, но они, я думаю, когда будут делать следующий ивент, пофиксят это все. В целом, кстати, картинка приятная. Так, всем молодцы. Спасибо за батл. Охуенное выступление. Молодцы, пацаны. Охуенное выступление. У Dirty Monk охуенный первый раунд. Крутой был панч про Porsche Cayenne. Охуенно про Монады Лебница. Думаю, ты понял, в основном только я. Еще пару человек. Потом, еще много крутых моментов. Брол. Охуенный первый раунд. Охуительный напор. Прям с микрофоном. Все очень-очень круто. Просто нет слов. Вот, твой второй первый раунд тоже очень крутой. Все очень понравилось. Качево, классно. Я прям раскачался. И твой второй раунд тоже охуенный напор. Охуенно все по строкам. Все прям очень-очень круто. А ты, кстати, как раз отдыбаешь за напор, за охуенное выступление. Брол. Вот так немножко смешно как-то проголосовал. У тебя все охуенно, брат. Все пиздато. Слушай, ну, бро, у тебя тоже все охуенно, все пиздато. Но, блядь, ну я не знаю, кому отдать у вас обоих. Все охуенно. Я не знаю, кому отдать свой голос, но я проголосую за Брола. Блин, охуенно. Не знаю, очень классный батл. Счет 4-0 в пользу Брола. И последний судейский голос – это наш любимый, самый главный специалист по битам, организатор площадки БЧБ, Влад Рифмобес. Дайте шоу! И спасибо за батл, парни. Спасибо. Владька, обожаю Рифмобес. За батл. Ну, слушай, ты сегодня прям что-то меня очень впечатлил. Дрил. Но у него на саундчеке круче получалось, чуваки. Когда тут были только Брол, я и парни за звуком, он тут вообще ту дрилуху разваливал просто. Очень круто про платок и про воспоминания, вот эти отсылочки. Просто топ. Но как бы ты был в Калуге, а он не был в Калуге. Не понял. Поэтому как бы идете, понимаешь, тебе респект, Westside, это в сердце. Мы все, думаешь, он один учился драться по твоим видосам? Мы все учились. Вот эти дырявые трусы, вертуха. Я думал, весь секрет в этой дырке, брат, поэтому ты хорош. Поэтому, мэн, душой как бы я за тебя, но скилл на скилл. Тут было сегодня все. И Паши Дурову шатауты, и биф с Кастой, как у Оксимирона молодого. Охуенно. Но Брол не извинится, потому что он не Оксимирон. Мой голос Брол, он победил. Еее, блядь, охуенное судейство. Бро. Красавчик. Итак, в этом легендарном противостоянии со счетом 5-0 побеждает Брол. А кто больше понравился тебе? Обязательно напиши. Мне больше понравился весь батл. И судейство, кстати, потрясающее. Они все хорошо проголосовали. Друзья, как вам вообще в целом батл? Напишите, пожалуйста, в комментах, как вам реакция. То, что там, если вам зашел реакт, шлепните лайкос, там, подпишитесь на канал. Вот на Twitch тоже подписывайтесь, мы там частенько стали стримить на 99%. Сейчас стримим на Твиче, потому что ютубчик чуть откисает. Не знаю, судейство, батл, Dirty Monk понравился. Первый раунд, конечно, капелка чуть побольше, чем подбиты. Вот в целом, не знаю, охуенно. Про испанский у Брола было потрясающе. Не знаю, меня почему-то очень развеселил этот потрясающий батл. Надеюсь, вам тоже понравится эта реакция. И не знаю, если кто-то будет душнить и смотреть вот на серьезных щах и говорить о том, что, блядь, ну это же говно ебаное, или что-то. Не смотрите, просто вырубайте, дизлайк ставьте и уходите с канала. Вообще, нахуй. Такое нельзя смотреть на серьезных щах 100%. С вами был Влад Стеймус, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Twitch, подписывайтесь на телегу, всех обнял, лайк поставьте, коммент напишите, до встречи и пока!